Так, и мы продолжаем массаж, специальный мануальный массаж. Сейчас делаем шейно-воротниковую зону, и это получается сет номер три. То есть сет номер один был, это мы подходили с той стороны, быстренько просто подготовили, да, размяли так. Сет номер два, это было в основном плечевой пояс, мы его растянули, да, вот канделябр вот здесь вот нарисовали. Вернулись в исходную точку, все стерли, да. И сет номер три, это получается уже вот эта зона. В основном мы работаем с трапециевидными мышцами, мышцами шеи. Но стойка у нас такая, как в восточных единоборствах примерно, да, мы сможем перекачиваться с ноги на ногу, чтобы не бегать вокруг стола, вокруг клиента, да. Ну и заодно мы, покачиваясь, себя расслабляем, да, и немножко тренируем свои ноги. Значит, присели, и теперь мы растираем по очереди. Сначала вот эту зону, кровь гоним от центра к периферии обратным инвентированным хватом ладони, да, вот отсюда быстро, вот можно до плеча даже дойти и до руки, и как бы говорим человеку бонусом, что ты вот заказывал шейно-воротниковую зону, а я тебе еще плечо размял, это тебе бонус, не заказывал, а получай. Ну, 3-4 раза сделали, теперь как прищепкой вот так захватываем эту мышцу, да, и тянем ее вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Теперь ее захватили и растянули в длину. Перевалились на другую ногу, чтобы слышно был шорох. Человек должен лежать с лбом на ладонях. Либо, ну, бывают люди с короткой шеей, да, либо тут прям такие вот массивные мышцы, да, тогда, чтобы ему открыть шею, ну, либо лордоз увеличенный, да, то есть он прогибается туда, к столу. Можно оставить локти на месте, а руки под себя. Вот туда, под грудь. Вот, и ты глубоко вниз получается. Во, видишь, как открылся еще больше. Еще удобнее. Потом опять прищепкой. Растянули эту мышцу туда-сюда, вдоль растянули и все вместе теперь вдоль растянули. Большие пальцы опять встали на эту точку возле акромиального отростка и где стыкуются с ключицей, да? А рука превратилась в лапу леопарда. В обратную сторону выворачиваем, у нас получается прием куриная лапка. Вот это вот, когда они все расширяются в разные стороны. И мы отлепляем опять от косточки, да, вот эти мышцы дельтовидные, получается, что мы рисуем эполеты вот так вот на плечах. Видите, то есть этот палец стоит в пунктурной точке, здесь нарисовали эполеты. Захватили ткань на себя, натянули, и теперь руки превратились в кулаки. Кулаками плотно в него вошли и растерли ему вот. Эти мышцы достаточно сильные и грубо. Ну, смотрите, спрашивайте у клиента, всегда выдержит или не выдержит, да? Иной раз я прям отхожу подальше. Кулаки вдоль его тела направлены, и вот прям туда. Далее подвели к черепу. И теперь все эти мышцы разрезали несколько раз вот так вот вниз. Как будто бы мы колбасу нарезали кусочками, да? Потом руки расцепились, и у нас прищепка получилась из двух пальцев. Захватили и провибрировали. Все эти мышцы вот таким мелкой дробью, да, потом побольше. Вот так провибрировали, да. И лапа леопарда теперь делает шестеренки. То есть мы идем вот так вот по очереди. Откидываем. Можно мягенько делать, можно серьезному. Ну вот сколько проходов получилось? Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Опять лапы леопарда натянули. И за череп его натянули на себя. Обратите внимание на мою позу, как я отодвинулся, чтобы как можно сильнее была натяжка. Провибрировали. Вот мы декомпрессируем шею, натягиваем ее. Вибрируем. И вот уже подошли практически к голове. Следующий сет номер 4, это будет работа с
черепом и с точками. А сет номер 3 пока закончился, и мы отправляемся не на практику, а я сейчас еще вам покажу на стене. Понятно. Да, итак, вот что мы делаем в сете номер 3. Вот мы отсюда, да, растираем вот так вот, все до плеча. Растерли, растерли, растерли. Вот таким хватом, да. Потом эту мышцу мы раздавили сюда, 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 сюда. С трапецией работаем, да? Потом мы ее вдоль растянули. И с одной стороны, и потом общий хват вдоль растянули, да? С обоих сторон. И у нас пальцы встали опять вот в эту точку. Дырки фломастером рисуем. Вот она точка. А куриная лапка, вот так вот все пальцы растягиваются в сторону. Эполеты. Рисуем эполеты, да. Прием называется эполеты. Все помню, как они выглядят, да, это погон такой. Военный погон. Подозрительный погон. Да хватит, хватит. Что вы не помните этих военных гусаров? Далее возвращаемся сюда, да, и кулаками впиваемся в... Вот в эти мышцы прямо туда, в тело, да? С давлением их вот так вот. Давление вот туда, в тело. Прокручиваем. Потом тянемся кулаками к себе, к черепу, да? И разрезаем на раз, два, сколько там, колбаски. Режем колбаску, да? Потом прищепка у нас получается вот из большого, из двух пальцев, да, и мы вот это провибрировали их, вот эти же мышцы, да, просто провибрировали. С разной частотой, с разной амплитудой. Попробуйте, как у вас получится. Далее сразу превращается в шестеренки руки, да, и мы делаем, тут уже рисовать негде практически, несколько проходов шестеренками. Раз, два, три, четыре. С обоих сторон, естественно, все симметрично. Потом эти шестеренки натягиваются вот сюда к черепу, да, и костяшками пальцев мы тянем за череп и провибрировали его. Вот эта декомпрессия пошла, соответственно, вот в эту сторону. Шею вытянули. Там прям видно иногда у людей на 2-3 сантиметра прям вытягивается шея. Вот. А сет номер 4 мы продолжим с головой и с точечной техникой. С вами был Олег Лабудин. До новых встреч, друзья.